Всем привет. В общем, решил заснять видосик. В общем, кашу сейчас просто. Сегодня 14 июля 21 год. В общем, просто вот мне больше, чем по пояс. Посеяно оно по наутилу, по нулю. Тут даже если видно, не знаю, что на камеру видно, стерня даже вот есть старая. Была посеяна пшеница. Пшеница была скошена в конце мая на сено. Где-то в 20-х числах. И, в общем, 28-го, по-моему, или 29-го мая я посеял. Вот видно. Стерню старую. Посеял своей сеялкой. За место лап поставил долотья. Посеял. Просто сеял и суданку. Есть и суданка у меня посеянная. Ну, это в другом месте. Не знаю, я там буду косить, но уже на работе темно. Ну, вот так вот видно. Она вот просто врезала канавки. Вот стерня старая. За полтора месяца, получается, выросла. Ну, правда, не знаю, через неделю, наверное, пошли дожди. И пошла она. По косе. Кто-то у меня из подписчиков спрашивал, как коса. Коса чувашская, если кто не знает. 1,25 м. Ну, она похожа на польскую. Единственное, я ее переделал немножко. Поставил тут везде сальники. Ну, вот немножко подтекает масло. Но я ее складываю вот так. Ну, и где-то чуть-чуть сопливит. Ну, не сильно, потому что вот я сделал заливную пробку. Типа, ну, щупа нету тут, надо сделать щуп. Так, палочку, соломинку сунул, посмотрел, ну, масло вот так. Так что залито у меня здесь масло. В обычную косу ее, чувашскую, не зальешь, а выливается сразу. Я переделал. Здесь сальник сделал, не помню как. Здесь сальник сделал, там сальники поставил. В общем, вот так вот. В этом году, не знаю, а в том году, наверное, гектар 10 ей скосил. Может, больше не мерил. Ну и в этом году уже гектар, наверное, под 10. В общей сложности. Сейчас посмотрим. Что еще хочу сказать. Обороты кардана примерно 300-350 оборотов. Переключаю, если там на коробке, чтобы быстрее, ну, валоотбор вращался. Не хватает мощности у мотора. Он как бы крутит, там где-то 550 выходит на полных оборотах. Он крутит, вроде как бы и едет, но начинает греться мотор. Так что 15 лошадей маловато для этой косы. Ну, при 350 оборотов, 300-350, правда, кашу я в полный газ. Срезает все. Пшеницу немножко вроде бы как оставляла такую гриву. Ну и то, когда граблями сгребаешь, оно выгребало. Оно, видно, чуть-чуть не дорезало, наверное. Так что вот так вот. Кашу еще косить больше гектара. Здесь кусочек. Сейчас попробую заснять. Что получится? Получится видео, не получится? Скорость километров 6. Ну, просто косится легко. Соседу косил суданку. Была. Ну, косил пару дней назад.
ряды были 20 сантиметров в междурядье. Вот так вот закрыло. Буду работать.